вечер. В эфире программа «Специальный корреспондент». Сегодня на юго-востоке Украины проходит специальная операция против народа Украины. Тот, который не согласен с сегодняшней властью в Киеве. Наш специальный корреспондент Александр Рогаткин и его группа стали свидетелями этих драматических событий, которые сейчас проходят в Луганске, в Донецке и Харькове. Сейчас вы увидите его репортаж, но прежде я хочу задать вопрос Саше. Добрый вечер, Саша, еще раз. Да, привет. Саша, я знаю, что у тебя сейчас там работают несколько групп. Вот что сейчас в Луганске происходит? Да, самая серьезная и такая опасная ситуация в Луганске. Мои операторы сейчас находятся недалеко от здания СБУ. Они провели съемки внутри, пообщались с теми людьми, которые называют себя штабом армии Юго-Востока. И они им сообщили: ребята, уходите сейчас из здания, потому что вот-вот, по нашей информации, может начаться штурм. Они пригласили священников, причастились, попрощались с родственниками, сказали: мы отсюда никуда не уйдем, мы будем умирать. И все в очень напряженной обстановке, в напряженном таком, понимаете, духе, не знают, что будет. Все ждут штурма. Спасибо. И еще у нас есть гости из Украины. Пожалуйста, скажите, вы из Харькова? А почему, Женя, почему так быстро удалось захватить киевским силовикам администрацию Харькова, которая была занята восставшими? Ну, во-первых, это были силовики не киевские, это были спецподразделения «Ягуар», вот, которое представляло киевский режим, киевскую хунту, которая сейчас установилась. По вопросу, почему не удалось удержать, ну, прежде всего, потому что митинг носил стихийный характер. И люди не были подготовлены к тому, чтобы ввести какую-то длительную осаду. Никто не планировал делать штурм. Это все было спонтанно, стихийно. И вот в этом основная причина. Понятно, спасибо. Сергей Иванович, можно, да, мы перед фильмом обычно сидим, всегда говорим. Скажите, пожалуйста, вот в передаче мы это будем обсуждать, но прежде преамбула такая. До нас доходит сведения, что в подавлении волнений на Юго-Востоке участвуют некие, так сказать, западные спецслужбы. Это так? Есть этому какие-то... Знаете, есть люди, которые всегда во всем хотят видеть руку ЦРУ. А есть люди, которые владеют конкретной информацией. Вот те, которые хотят эту видеть руку, называются конспирологи, а все остальные аналитики. Так вот, мы аналитически точно заявляем, что частная армия Соединенных Штатов участвует в конфликте. Это конкретные люди, конкретные фотографии. Это все зафиксировано. Поэтому речь идет не о конспирологии, какая-то рука ЦРУ, а речь идет о конкретных подразделениях, действующих на Востоке. Они есть, и это абсолютный факт. Спасибо, Сергей Ильич. Ну, давайте посмотрим фильм Александра Рогаткина «Противостояние», а потом подискутируем. Майдан еще дымится редкими кострами, он почти опустел, но баррикады стоят. Они покосились, почернели, растаял лед их скрепляющий, но этот вечный символ революции просто так не уйдет с улиц. Баррикады стояли и будут стоять, разделяя Украину на восток и запад, на русских и украинцев. Майдан не заканчивается по желанию тех, кто на него вышел первым. Майдан – это лишь этап противостояния. Многотысячная людская толпа штурмует здание СБУ Луганской области. Накануне были арестованы десятки активистов, требовавших референдума о федерализации Украины. Жители Луганска поставили ультиматум немедленно всех освободить. Милиция, охраняющая здание, пытается сдержать натиск. У них вырывают щиты. Ультиматум не выполнен, и люди выбивают двери. Разбудили Донбасс. Восточной Украине уже свободно не проехать, тормозят каждую машину. Здравия желаю вам, товарищ водитель.
Автомобильно-техническая инспекция, капитан Беденко. Оперативный план «Сирена», причина остановочки. Запрещенные предметы привозите? Никак нет. Держаки, лопат, коктейли, молотого? Нет. На въезде в Луганск появились блокпосты, мешки с песком, автоматчики. Очевидно, город ждет нападения. Только кого, непонятно. Скажите, пожалуйста, почему такая усиленная оборона? Нападение ждете? Без понятия. А вот сообщение было, что луганские партизаны готовятся к вылазке. Вы от них обороняетесь? Без понятия, я же без комментариев. Так называемые луганские партизаны заявили о себе в интернете. В масках на фоне гранатометов объявили войну новой украинской власти. Мы никогда не признаем власть, пришедшую незаконным путем, под лозунгами фашизма. Успели сделать несколько обращений с призывом к вооруженной борьбе и пропали, пока власти не объявили об аресте 15 активистов с оружием. После этого один из партизан снял маску. Я... Болотов Валерий Дмитриевич, возглавляю общественную организацию «Союз ветеранов воздушно-десантных войск», призываю народ Юго-Востока выйти с открытым противостоянием. Все, что планировалось на 6 апреля, должно воплотиться. Задержанных много, но арестовали не всех, кто готов взять в руки оружие. Кого задержали? И возможно ли всех задержать? Задержать всех невозможно, потому что у нас вот сегодня, сейчас, мы еще не проводили эту работу. Значит, несмотря на все сложности, несмотря на всю работу там СБУ, прокуратуры и прочих, которые, кстати, все поменяны и назначены прозападные люди, у нас уже сейчас готово 2000 бойцов. Вот сегодня выступить. Вот, задержали 15 человек, изъяли часть оружия. Они считают, что нас это испугает и успокоит. Нет, это не так. Мы будем продолжать бороться. Сергей называет себя руководителем добровольной народной дружины Луганска. Он знает Булатникова и его отряд, но не собирается поднимать восстание, если, конечно, новая власть не продолжит репрессии. То есть у вас тоже есть оружие, и если что, вы готовы применить его? Значит, оружие у нас есть. Значит, собрали все, что смогли, кто что нашел. Частично законным путем, частично незаконным путем. У кого что, у кого что нашлось. Киев, столица, неспокойна. Власть пытается разоружить правый сектор. Те устраивают перестрелки, обещают разобраться с протестующим Юго-Востоком. Оружие никто не сдает. Сотни самообороны контролируют город. Есть закон, послушай меня, есть закон, вот он, вот он. Общечеловеческий закон. Если ты гнида, извини, братан. Если ты гнида, и ты продалась, скотина. Все, ты свою душу продала. Теперь они здесь полноправные хозяева, а не закон и порядок. Если меня кто-то грабить будет, ни к кому. Ко мне. Зачем? Звонишь и все. Мы сразу выезжаем, а этого козла просто-напросто вешаем за мной. Без суда? А извини меня, а зачем ты такое делать? Если женщину грабят или что-то делают за такие поступки. Сотник самообороны Роман по прозвищу Спикер наводит порядок на улицах Киева, исходя из собственных представлений о справедливости и революционной целесообразности. Ведь бандитизм на каждом шагу. Мы почему по Киеву масаемся? Девчонка приходит и говорит, у нас, меня украли айфон. Я пошел в милицию. Милиция ее кинула по хи**. Вот. Мы едем в клуб, все, разбираем эту всю ситуацию. Его сотня все еще размещается в киевской мэрии. Уходить не торопится. После захвата здание разграблено, компьютеры и оргтехника частично вынесено. Но сотник говорит, что это до них здесь орудовали из комендатуры Майдана. Что они посчитали нужным, они забрали. Но сам факт, мы не замазались этим мародерством и все. В коридорах щиты, отобранные у Беркута. Сотник любовно показывает свою кровавую палицу. Так уже двоих же перехрячил там. Одному шею сломал, 112 канал показывал. Вот, и сказали, ты убийца. Смотри, ты убийца, глянь, сколько наших положили, а я убийца. Он с Донбасса, пропах кострами Майдана и духом революции, кажется, до гостей. Бойцы его слушают беспрекословно. А кто на посту? А он порно посмотрит. Что вы там смотрите? Вы что, гоните? Что, порнуху смотрите? Да, смотрю порнуху, я на посту. Я не понял, а что такое подъем делаешь, а? Покажи, девочка, вот где вот тут девочки наши живут.
Это девочки, это бойцы. Женская сотня, почти легенда Майдана, но они были, проливали кровь за евроинтеграцию Украины вместе с парнями. Вот и девушка на баррикаде, то же самое. У нее шрам на голове. У нее разбита сзади вся голова, у нее была вся попа расстреляна. У меня полностью футболка вся была в крови, пришлось все разодрать, потому что мне помощь не могли надать прямо на Майдане. Боевые подруги и санитарки, некоторые здесь даже со своими матерями. Майдан – самое страшное и самое яркое событие в их жизни. Возвращаться в свои нищие райцентры, где нет работы, они не хотят. Но в их услугах уже не нуждаются. Нас просто кинули, нас отказались, нас наше правительство просто слило. Мы никому сейчас не нужны. Любой медпомощи сейчас нету, финансирования нету. Знаете, что у нас есть в столовой? 5 буханок хлеба. Покажите. И кастрюля супа. Это нанизу на столовой, которая работает на КМДА. Все. Люди сидят без сигарет. Где это все финансирование? То есть, когда мы нужны были, нас было, у нас тут и финансирование было, медики, все было. Где сейчас это все? Реалии сегодняшней Украины. В подъезде харьковского оппозиционера Игната Крамского 3 вооруженных милиционера. Он под домашним арестом. У вас какая цель и задача? У нас никакой цели, мы охраняем общественный порядок. А в чем он заключается здесь, в охране этого гражданина? Мы конкретно гражданина охраняем. Мы охраняем общественный порядок, чтобы он здесь не был нарушен. А здесь были уже случаи нарушения порядка? Конкретно не знаю, извините, мы минсовопосуточный трафик держимся, что смотреть. То есть у вас приказ здесь организовать пост охраны? Совершенно верно. Игната харьковская власть боится. Арестовали после штурма обладминистрации, когда горожане выгоняли оттуда правый сектор, захвативший здание накануне. Ну, одним можно, другим нельзя отстаивать свои права. Когда происходил переворот в стране, им не выдавали ни автомата, ни пистолеты, как бы все ходили без оружия. Через сутки, когда начались новые штурмы харьковской областной администрации, и на улицах запылали костры из покрышек, Игнат сорвал электронный браслет с ноги и присоединился к протесту. Столкновения с милицией и правым сектором идут еще в Одессе, Николаеве и Днепропетровске. У нас нет практически никого в властных структурах, кто отстаивал интересы как минимум половины страны. Мы находимся в состоянии оккупации, и действия наши соответствующие. На Рыморской улице, где погибли 2 пророссийских активиста от рук правого сектора, харьковчане отмывают мемориальную доску. Утром залили краской табличку, которую повесили. Мы повесили, ну, в память о тех ребятах, которые здесь погибли. По всей Украине крушат старые и новые памятники, жгут, уничтожают все, что связано с историей России. Нас просто пытаются разодрать, разлучить с Россией, но я этого не хочу, например. Сторонники Евромайдана пикетируют российское консульство. Его защищают пророссийские активисты. Противостояние в Харькове продолжается. Харьков – русский город! Нет, путь не мой! Россия – миротворцы! Америка – убийцы! Нет войне! Нет войне! Без войны! Без войны! Можно было бы предположить, что каждый харьковчанин имеет право на свою точку зрения и кому-то действительно не нравится политика России. Но после пикета у консульства сторонники Евромайдана строем пошли в отделение Приватбанка олигарха Коломойского. Встали в очередь за гонораром. Их выследили. Народ, смотрите, как они бабки получают за то, что страну нашу продали! Разорите Приватбанк! А такими героями стояли! Ай-яй-яй! Мы не проплаченные! Сейчас на Майдане сложнее всего россиянам, которые приехали поддержать революцию и набраться опытом. Теперь не скрывают своего разочарования. То есть сначала это был протест вполне себе либеральный, а в дальнейшем протест перерос в совершенно другое качество. То есть он стал уже националистической революцией в Украине.
Роман Стригунков на майдановских баррикадах уже 4 месяца. И с Беркутом воевал, и коктейли Молотова делать научился. Только ради чего? Олигархи остались прежними. Все те же самые лица, и даже не просто те же самые лица, их еще посадили губернаторами в регионах. Старая стояла рядом с Домом профсоюзов и сгорела 18 февраля вместе с ним во время атаки Беркута. Вот. Это вот бойцы, которые готовы сражаться за идеалы революции, как украинской, так и будущему русской. Как нам видится в идеале. Слава Украине! Героям слава! Нехитрый майдановский быт, запасы пропитания и, конечно, украинское сало в банке. Ой, ты, я ж тебя за сало к стенке поставлю. Продуктов уже не хватает. За счет нас они пришли к власти, и мы уже им не нужны. Пытаются нам перекрывать все каналы, там уже еду нам уже не поставляют. Сейчас только и разговоров, что о предательстве. Обманули на 200%, это понятно. От всего этого на душе осадок, как копоть от сгоревших покрышек на портретах Небесной Сотни. Мне кажется, что люди на Майдане, вот эта Небесная Сотня, погибла, в общем-то, зря. Никто не стоял за Януковича. Все стояли за закон. За законы Украины, за Конституцию Украины. От государства Украина ему полагалась комната в 6 квадратных метров. Это все, что заслужил за 7 лет старший лейтенант Беркута. Здесь он жил с женой и ребенком. Вот так вот живут в Беркута. Вот такие у нас хоромы, квартиры, дачи. Теперь после увольнения приходится покидать и эти хоромы. Собирает награды и ту самую проклятую Майданом черную форму. Вот эта форма куплена за наши деньги. Я с 2006 года работал в Беркуте. С 2006 года я ни разу не получил нормальной формы. Игорь Борисенок – снайпер из той самой черной роты, которую сейчас обвиняют в расстреле мирного Майдана. Он сам под следствием, хотя его в тот страшный день на Институтской, когда полегло больше 50 человек, не было. Но я очень жалею, что я не был с ребятами, потому что в тот день погиб мой товарищ. Коля Санисюк, царство небесное. За что он погиб? От рук снайпера. И теперь сейчас пытаются обвинить наших людей, нас. Опять раненые. Офицер уверяет, что сам ни разу так и не выстрелил. Зато видел в рядах правого сектора двух подозрительных девушек с чехлами. Но поверьте мне, я профессиональным глазом увидел, что в чехлах находится. Это не автоматы были, это чехлы для снайперских винтовок. Кто стрелял? Новая власть обвиняет Беркут. 12 человек отдали под суд. Они не прошли проверки на детекторе лжи. Задержан был и командир отряда. Его сослуживцы пришли к суду отстоять честь офицера. Туда же пришли майдановцы с коктейлями Молотова. Сжечь Беркут по привычке, но не дали. Игорь Борисенок успел поймать провокатора за руку. Майдановцу с коктейлем в итоге досталось и от своих. Я и сам с ним разберусь. Короче, это дети еще. И реально есть такие вот, которые стоят, знаете, вот адекватные люди, вот стоят, вот. Они адекватные люди. Вот. Но есть вот такие вот детишки, которые, блин, немножко пережили, ну, чуть-чуть лишнего, блин. И у них вот это начинается в голове. В головах у них по-прежнему продолжается Майдан. Слава Украине! Сейчас, когда революция предана лидерами оппозиции, бойцы самообороны говорят открыто о том, что еще месяц назад называли пророссийской пропагандой. Сотник уверяет, что знает, сколько денег шло на финансирование Майдана. Вот, допустим, мы когда сказали, вот там выделяется на сотню столько-то денег, да? Вот, допустим, 100 тысяч. Майдан проедал за день миллион. Миллион. 1 миллион гривен за сутки. Смотри, на каждую сотню выделялись деньги. Вот. Смотри, что мы имеем. Ребята не получали ни хрена.
У них масса вопросов к коменданту Майдана Андрею Порубию. Средства были, но родственники погибшей Небесной Сотни ничего не получили. У кого сестры остались, у кого мамка, у кого дети, пожалуйста, на ход ноги. Ну перешлите вы им просто-напросто хотя бы по тысяче, по две. Все, Рома, сделаем. Потом встретил, слушай, Порубия. Говорю, Андрей, так и так. Все, Рома, я ему сказал, все, Рома, мне два раза не надо повторять. Это его слова. Его слова. Я говорю, Женя что-нибудь говорит? Женя мне ничего не говорит. Сотник убежден, деньги на революцию перечисляли иностранные спонсоры. А я с девочкой познакомился. Через она работает в банке во Львове. Через нее идет транш через Польшу, вернее, с Польши через Львов. И я вот это все перекинул на Аресту. Вот, тут еще одна девочка. На ее маму. И мы пересылали по 2, по 3 тысячи, по 1500 каждому. Это мы делали, а не они. Боец самообороны говорит, что комендант Поруби, занявший высокий пост в правительстве, такие откровения ему не простит. И все меня спрашивали, а кто ж ваш лидер вообще? Ну кто? Кто? И я всем говорил, Поруби, я ему верил. Я верил Жене. Ты верил. А сейчас он с тобой встречается. А я тебе казал. Он меня уже заказал. Уже все, я ему не нужен, он ему не нужен. Как говорят евреи. Но быть ли новому Майдану? Бойцы самообороны в этом сильно сомневаются. Третий раз умирать уже не хотят никто. И много таких людей. Юго-восток Украины. В Донецке и Луганске не прекращаются митинги и пикеты против новой власти. Люди требуют федерализации страны и государственный статус для русского языка. Колонны с митинга двинулись к Луганскому СБУ требовать освобождения активистов. Когда не выполняется ультиматум, СБУ пытаются разнести по кусочкам. Кто-то бросает коктейль Молотова. Народ встречают бронспойтами, слезоточивым газом, но это не останавливает. С СБУ сбивают вывеску и врываются внутрь. Милиция уже сопротивления не оказывает. Активисты из ветеранских организаций пытаются остановить людей от погрома здания. Зачем? Зачем ты, скажи? Я пришел потому освободить. Сейчас их сюда привезут. До вечера привезут. Если ты там все поломаешь, их вообще не выпустят. К СБУ приезжает начальник УВД Луганской области генерал Гуславский. Он обещает выполнить требования протестующих. Его проводят через разгневанную толпу. В итоге к вечеру воскресенья все арестованные оказываются на свободе. Один за всех и все за одного! Алексея Корякина, бывшего десантника ВДВ, задержали в 4 утра в Стаханове бойцы Киевской Альфы. Обвинили в измене родине и подготовке к диверсии. Идет, в общем-то, сейчас репрессии по митингующим, которые, в общем-то, поддерживают федеративное устройство государства. То есть затыкают, таким образом затыкают рты. И на сегодняшний момент у них это получилось. Спасибо ребятам, отбили нас. У восставших уже есть свой лидер. Валерий Булатов называет себя руководителем штаба армии Юго-Востока. Одно обращение. Отмена президентских выборов. Назначение даты референдума. Мы хотим жить мирно. Булатов – это тот самый человек на видео из интернета, который призывал к вооруженному восстанию, если власти не выполнят требования народа. Теперь уже все партизаны говорят без масок. Здравствуйте! Это я был в маске. Человек, который называл себя партизаном Луганской области. И я гарантировал эти 20 тысяч штыков. И если нужно, мы и 70 наберем. Я за свои слова отвечаю всегда. Вы не верили, а мы здесь. И мы работаем. С сегодняшнего дня мы называемся армией Юго-Востока. Они вскрыли оружейные комнаты. Там стволов на батальон. Калашников, гранатометы, пулеметы, СВД и огромное количество боеприпасов. Если до 6 апреля не будут выполнены наши требования, мы вступим в открытое противостояние. Одновременно с Луганском протестующие в Донецке идут на штурм правительственных зданий. Нахожусь на козырьке главного входа областной администрации Донецка. Ее несколько минут назад захватили митингующие и подняли российский флаг. Здесь тоже сопротивления практически не было. Все по майдановскому сценарию.
Какие цели преследуете? Что дальше-то делать? Вот захватили. Дальше. Пока нас дальше не услышат. Киев, Москва. Будем стоять до последнего. Отсюда мы не уйдем. Но сколько продержится Донецк, непонятно. Протестующие говорят, что Киев перебрасывает на Донбасс Национальную гвардию и спецназ «Альфа». Майдан изменил их навсегда. Бойцов самообороны и Беркута, парней из Львова и Донецка. Площадь Незалежности перевернула их жизни и судьбы. Они никогда не будут прежними. Они стали другими. Украина стала другой. Другой стала и Россия. Ну, в нашей беседе я предлагаю оттолкнуться от последних слов в репортаже Александра Рогаткина. Украина стала другой, и парни из Донецка, Львова стали другими. Сергей Иванович, пожалуйста, как вам? Это потрясающий фильм. И главное, что это фильм о людях. Это фильм о том, чего хотят люди, и как общественная энергия себя проявляет. Вот. Организм сопротивляется, да, но вот ему внедряют эту нацистскую бациллу бандеровскую, а он отторгает ее. И говорят, что это там происки России, не происки России. Это воля народа. И объясните мне, почему требовать федерализма? У нас, между прочим, как называется государство? Российская что? Федерация, да? Так почему требовать федерализма или требовать референдума? Означает совершать... Двух языков в стране. Все, двух языков. Почему это государственное преступление? Но это государственное преступление с точки зрения Гитлера, предположим. Да, Ein Volk, Ein Führer. Но почему это государственное преступление? Пожалуйста. Что? Переведите, пожалуйста. Да, один народ, один фюрер. Да, у нас непонятно, их там уже много, да, кто из них главный фюрер. Мы это еще не разобрались, еще ночь длинных ножей предстоит. У власти находится неонацистская хунта. Сказки о том, что если убили Сашу Белого, то это означает, что бандеризация остановилась. Это примерно то же самое, если у нас в Москве или Петербурге убили какого-нибудь вора в законе, это сказать, организованной преступности больше нет. Понимаете? Ну вот, где было Билова? Сейчас вы видите другого. Они что, отдадут оружие? Кто их будет разоружать? Кто? Аваков – это ничтожество. Кто будет разоружать? Лаврентий Павлович Берия не разоружил бандеровцев, к сожалению, до конца. А кто их сейчас будет разоружать? Значит, вся эта вооруженная банда неонацистская по-прежнему является навесом, часть ее инкорпорируется во власть, а часть ее ждет следующего часа для радикализации ситуации. Что такое принять требования МВФ? Это значит полное обнищание народа. Что значит их не принять? Это вообще остаться без денег. Радикализация будет, они ждут своего часа. Они недовольны тем, что произошло даже сейчас, им этого мало, это эскалация революции, это сначала жерандисты, потом якобинцы, да? Не хочется сравнивать неонацизм с такими великими вещами. Махновцы. Ну, махновцы, да, но следующая фаза махновца, еще более ультрафаза, да, эта спираль не прекращается. А что будет происходить на Востоке? Что будет происходить при этом на Востоке? Сейчас Восток не будет сопротивляться. Он прекрасно понимает, что будет дальше. Проникновение бандеровцев во власть, создание абсолютно тоталитарного аппарата и расправа над Востоком. Поэтому Восток сопротивляется и пытается сопротивляться предельно мягко. Но гражданские. Они особо не нужны. Да. Без вот этого оружия никто еще не применил. Деньги не дают. Да? Никто не применил, потому что человек нормальный, не волк, он не хочет стрелять, и никто не хочет лить кровь. Но они-то толкают именно к этому. Женя, можно вас? Очень кратко, пожалуйста, что за люди, которые руководят специальной операцией в Харькове, в Донецке, в Луганске против народа? Что за люди? Аваков. Кто это? Ну, это преступник, мошенник, аферист, который на сегодняшний день находится в розыске международном. Вы за свои слова отвечаете, да? Ну, то есть я сам милиционер в отставке, пенсионер МВД. То есть мы собирали материалы, возбуждали уголовные дела. Он был в Италии, скрывался от украинского правосудия за то, что его банк обокрал всех вкладчиков, деньги украдены. Он, будучи главой администрации Харьковской области, украл землю, разбазарил ее. И за это был объявлен в розыск. И он...
не посажен на данный момент был только потому, что он прошел народный депутат и пользовался депутатской неприкосновенностью. То есть в настоящий момент уголовные дела в отношении министра внутренних дел расследуют следователи МВД и должны, в принципе, посадить его, если бы он не был народным депутатом. Вот этот человек сегодня, то есть преступник, олигарх, открытый гомосексуалист, руководит сегодня МВД. И поэтому МВД, в принципе, его не воспринимает. И поэтому... Но слушается. Ну вот именно так слушается, что трудно. МВД это все-таки мужики, которые не воспринимают эту гомосексуальную политику, понимаете? В Юго-Восток вообще против этого однозначно. И такой ему человеку не имеет авторитета как такового. Саша, у нас полтора минуты для рекламы. Скажи мне, пожалуйста, вот интересный твой диалог был с таксистом в Луганске или в Харькове, где это да, было? Да, да. В принципе, надо сказать, что, конечно, вот такого протеста массового, да, который, может быть, мы ожидали, да, там его нет. Все-таки на площади выходит там 5 тысяч человек, 10 тысяч человек. Луганск, Харьков, это там миллионные там города, и Донецк тоже. И шахтеры не поддержали, вот профсоюзы не поддержали этот протест. И я спрашивал там, допустим, таксиста, говорю, а почему вы не с ними? Вы поддерживаете? Я поддерживаю. Но мне же надо кормить семью, да? А если меня убьют, кто будет там? Он говорит, да, я проголосую там за референдум, я готов за это. Но вот такая вот все-таки позиция. Потому что Юго-Восток все-таки работает. Надо понять, что Юго-Восток кормит всю страну. Такая же позиция и во Львове была. Когда я спрашивал львовских таксистов, там же тоже не было. Вот не весь Львов выходил на львовские майданы. Там тоже было 5-10 тысяч человек. Вообще Майдан в основном состоит, во-первых, из безработных, во-вторых, из искателей приключений, в-третьих, из тех людей, которых просто распирает ненависть, для которых ненависть и является главной идеологией. Они, собственно говоря, этот Майдан и сделали. Но вот они сейчас говорят о том, что их обманули. Я уверен, что этот обман планировался изначально. Именно таким и должно было быть продолжение, несмотря на то, что там думали себе люди, которые находились на Майдане. И это хороший урок для всех, кто думает, что можно под прикрытием разных романтических лозунгов, да, громить и крушить собственное государство, разваливать его на куски. И что вот ничего не будет. Когда они входили на Майдан, надо было думать, как они будут выходить. Они об этом не думали. Результат – разрушение собственного государства. Вот что мы видим. Спасибо. Сразу после рекламы мы узнаем, кто пригласил разгонять Юго-Восток Украины. Что это за люди, которые приехали туда убивать. Увидимся. В эфире специальный корреспондент. Мы продолжаем. Говорим об Украине, о Юго-Востоке, о том, что сейчас там происходит. В последнее время появилось такое популярное словосочетание «частная военная компания». И вот мы дождались. На просторах бывшего СССР в братской стране Украины действуют частные военные компании. Хочу дать слово нашему коллеге, военному журналисту «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня прошла информация утром о том, что в 7 утра в Донецке приземлился борт, из которого высадилось 200 человек, одетые в камуфляж. К ним, когда обратились люди донецкие на русском, украинском, они не смогли только на английском. Да, это, да, что, кто да. это? Это представители дочерней, вернее, представители компании Blackwater, а у них есть дочерняя фирма Customs Limited. Это частная военная компания, которая функционирует уже на американском рынке, наверное, лет 25. Она укомплектована на 90% американцами, и еще остальные это дикие гуси со всего мира, как правило, спецназовцы, которые побывали во многих горячих точках. Работу этой компании и наши разведывательные службы, дипломаты, политики отмечали во многих горячих точках мира. Это Афганистан, Ирак, Сирия, Ливан. Но самое большое преступление эта компания совершила лет 10 назад в Ираке, когда не погнушалась расстрелять толпу мирных граждан, которой было более 400 человек. Этой компании очень хорошо платят. Это в Багдаде? В Багдаде это было? Да. Что интересно, сейчас возникает вопрос, а зачем украинская самозванная власть, эта хунта, вдруг вздумала привлечь на свою сторону и иностранных головорезов, и наемников? Есть уже давно зафиксированный факт о разговоре пана Коломийского, это губернатор Днепропетровской области, с Ио Турчином, который... А? Коломиец олигарх. Да, олигарх. Который говорит Турчинову, ну что мы, у нас нет таких людей, которые могли бы профессионально придушить вот это протестное настроение. Давай наймем людей и хорошо им заплатим. Что, собственно, случилось. Но
Еще месяца полтора назад передовой отряд этого частной компании не погнушался в форме выйти в один из донецких супермаркетов, чтобы купить себе картошечки, где его дончане впервые и сняли. Эта группа занималась размещением вот этого отряда, который прибыл, рекогносцировкой. У них были свои осведомители, которые указывали на то, кого, когда брать, а может быть и убивать. В составе этой группы, многопрофильные группы, очень много разноспециалистов. Это снайперы, специалисты по подрывному делу, по радиопрослушке, по диверсиям, по террору и по воровству мирных граждан. Вы, конечно, меня спросите, зачем? Зачем это делано? Вы знаете, украинские политики сами отвечают на этих вопросы. Многие силовики, которые сейчас направлены на Юго-Восток, сами родом из Юго-Востока. И в их лояльности сегодня сомневается нынешнее самопровозглашенное правительство. И для этого им нужен вот этот американский кулак. Но тут еще есть один очень важный аспект. Используя американцев на территории Юго-Востока Украины, украинское правительство таким образом открывает канал, что в случае крупных потерь в рядах частной военной компании, они будут получать уже какое-то право для ввода более сильных штатных военных подразделений на территорию Юго-Востока Украины. А смотрите, это вопрос. Тоже вот, не читается. Дай бог, если что-то случается, да? Да? Их как будут судить? Как военных преступников? О, классный вопрос. Под трибунал будут отдавать? Почему возникли частные компании? Когда дело доходит до международного суда, то правительство Соединенных Штатов Америки и украинское правительство будут умывать руки, потому что это не правительственная организация. Оно направлялось сюда не по решению правительства, запротоколировано там указом или постановлением. И таким образом, правительство не получает честного осуждения международного сообщества, а спихивает на этих диких гусей, которые разбегутся раньше, чем завтра наступит утро, и потом некого будет ловить. Спасибо, да? Спасибо. Уважаемые друзья, но ведь это же история человечества переживала тысячи раз. Напоминаю вам, что до массовых так называемых призывных армий все войны человечества, это 200 лет назад и ранее, велись именно такими лакснехстами, наемниками, нерегулярными частями. Это обычная конкурентная тактика. Почему? Главное, это надо видеть здесь. На Украине происходят обычные события, которые история человечества переживает многократно. И мы тоже. Это иностранная интервенция силами, в том числе наемных частей, методом хунты, то есть государственного переворота. Яценюк прямо был назначен американским правительством. И все остальное есть в интересах иностранного интервента. Отсюда каратели из числа иностранных вооруженных солдат, мы честно скажем, это иностранные американцы. Отсюда подписан Яценюком документ, о котором мало говорят, что начиная с прошлой недели на Украине существует иностранная глава правительства, так называемая ассоциация, иностранный гражданин датчанин, не помню его фамилию, который принимает все вопросы. Отсюда усиление колониальной эксплуатации, отсюда установка на снижение численности украинского населения, и по сути это интервенция это, и против России тоже. Потому что ясно, что следующий удар после Киева будет Москва. И для Киева, кстати, напоминаю, это за 100 лет третья интервенция. Теми же силами, теми же государствами, с теми же целями. Да, спасибо. Да. Вы из Донецка только что, да? Смотрите, хотелось бы уточнить ситуацию. Она за эти выходные очень сильно изменилась. То есть, чтобы вы понимали, вот мы уже более 2 суток не спим. Я 10 часов назад был в обладминистрации. То есть мы добирались вот через 3 пересадки, то есть до границы, от границы до Ростова, и от, из Ростова мы только прилетели сюда. То есть лететь уже невозможно. Смотрите, в чем суть в целом вопроса. То, что вы говорите, было неделю назад. Сейчас вот мы уже просто физически не можем оставить администрацию. Там несколько тысяч человек. Все уже, большинство, засвеченными лицами. Началось еще с субботы. Забрали мэра так называемого народного Мариуполя. Мне с субботы с ночи начали звонить, отзваниваться их людей, начали забрать. Мы уже не уйдем. Как бы нам ни хотелось, вот, то, что вы говорите, в Донецке это уже не пройдет. Потому что это не 30 человек, не 40 человек. Это массовая акция, которая уже в ней уже участвует несколько тысяч человек. Поэтому мы не сможем уйти, поймите. Уже мне скажите, пожалуйста, вот сейчас вы находитесь, ваши соратники находятся в Донецке в администрации. Сколько там людей? Там постоянно находится несколько тысяч. Но несколько тысяч, да? На площади сколько людей находится?
Ну, до 5000 находится постоянно и больше, и больше, и больше. Сколько людей живет? Живет 4 с лишним миллиона в области. 4 миллиона? Да, но смотрите. Почему миллиона нет на площади? Я объясняю, почему. Да, потому что не просто блокада информационная, ничего нет. Вот абсолютно ничего. Мы бьемся, насколько это возможно. Российские каналы нам заблокировали полностью, отключили, то есть их просто нет. И никакая мировая общественность ничего об этом даже не говорит. То есть при всем нашем желании... Интернет? Интернет есть, но вы сами понимаете, часть народа, которую вы сами понимаете, шахтеры и другие, они не особо, скажем так, у них доступно интернет и все остальное. Дело не в этом. Вы поймите. Агитаторы. Вот насколько это было возможно за сутки собрать, мы и так собрали. Вот тот митинг, который был первый, массовый, это вот ответ на, скажем так, на действия в Мариуполе. Что вы ждете сейчас, последнее, что вы ждете? Смотрите, сейчас? По развитию людей, какое событие? Я объясняю, что происходит. Людей становится все больше и больше. И у нас надежда только на одно. Если, еще раз говорю, съедется вся область, вот тогда уже сажать будет бесполезно. Но вы только поймите одно. Вот мы сейчас, опять же, сделали новые баррикады, еще больше. То есть люди свозят покрышки, мешки с песком и все остальное. Вы поймите, я добавлю до конца, чтобы вы поняли. Вот то, что было в Харькове, что постояли, забрали, у нас уже не пройдет. Люди оттуда не уйдут. Еще раз говорю. Тем более в Луганске. У нас гораздо массовость другая, вы поймите. Они уже не уйдут. Я понял. Я не знаю, как мне возвращаться обратно. То есть мне, я еще раз говорю, вот я до границы доеду и уеду оттуда в Киев. Потому что это... Ну дай бог не уедете. Да, это называется начало отечественной войны, которая происходит на Украине. Во-первых, прежде всего, это, конечно, гражданская война в Испании. И вот то, что сейчас происходит, очень сильно напоминает вялое начало гражданской войны в Испании. Отечественной. Да. Вот я хочу только сказать о том, что тут всегда побеждает организованность простых людей. Вот какая степень организованности, управляемости настоящей, дисциплины, стойкости и воли будет, так это и будет происходить. На профессиональном языке это называется крит-масса. Я вас прекрасно вот у вас понимаю. Будет крит-масса или нет? Он уже есть. Партия регионов давила все крики и все массы очень долго. Только появляется лидер, еще раз говорю, вот мы с Чумаченко поговорили в четверг, в пятницу его не стало. То есть имя любое называешь, так называемого лидера. И вот тут же, через там 2-3 дня, нет, Мариуполь, Донецк, кто угодно. Поэтому, но поверьте, позавчера, заводы остановили работу, есть Новский, Кусакин и другие. И люди пошли, сами пошли. То есть люди идут. Вы просто поймите, что Донецк ситуация другая. Это не Луганск, не Харьков. Я не знаю, что происходит достоверно. У меня вопрос такой, олигархия там играет какую-то роль, да? Более чем играет, потому что я вам объясняю. Вот смотрите, во всех других областях, кроме Донецкой, везде был и правый сектор, все остальное. Наша область. Ни одного члена правого сектора толком не посещало, кроме одной поездки 13-го. Но это была такая показательная акция, потому что нашу область доверили на управление. Не будем озвучивать фамилии, но все это и так прекрасно знают. Губернатор и есть еще один человек. То есть, чтобы вы понимали, еще раз говорю. Спасибо. Мы спасибо, уже не спасибо. Уйдем уходить никуда. Я бы волнуюсь. Спасибо, пожалуйста. Да о говорю. Роли олигархов, в том, что о смуте на Украине, о роли олигархов поймем сразу после рекламы. В эфире специальный корреспондент. Мы продолжаем. На Майдане тысячи людей стояли за свободу от коррупции. В итоге получили власть олигархов. Сергей, можно вас? Вот мы в перерыве говорили как раз об этом. Восточной области отдана откуп Коломейцу. Коломойскому. Порошенко. Да. Ну, там целый ряд да. Олигархов. Фактически, действительно, Майдан, который выходил под лозунгами «Геть олигархов», так сказать, «Даешь борьбу с коррупцией», он, по сути, получил перезагрузку олигархата. Все, что мы видим, это новая перезагрузка олигархата. Просто одних людей это отодвинули, других, наоборот, подняли. Идет передел собственности. По сути, это люди, которые обманули не только Майдан, но и всю страну. Они за свою конкретную прибыль ввергают Украину в пучину гражданской войны, потому что решают свои частные конкретные интересы. Схема простейшая. Коммерческие интересы этих людей были использованы западниками, в первую очередь американцами, которые, так сказать, этих людей подвигнули на создание вот этой всей ситуации. А эти люди проплатили Майдан, в том числе проплатили националистов. Коломойский, еврей по национальности, отдавал огромные деньги на неонацистские партии. Ему наплевать и на память, так сказать, Холокоста, и на своих, так сказать, сограждан евреев, которые сейчас подвергаются давлению. Ему наплевать на все абсолютно, кроме собственных денег. И, кстати говоря, по некоторым данным, этот человек купил СБУ. По крайней мере, он серьезно им его контролирует. Именно поэтому СБУшная Альфа Киевская везде используется так эффективно. Олигархи – это те люди, которым на самом деле на Украину наплевать, но которые сейчас, между прочим, Порошенко, да, покупает пост президента. Смотрите, ситуация с Порошенко. Кличко вдруг куда-то испарился. Человек, который раскручивал партию «Удар», был на Майдане, все такое, раз и испарился. Порошенко купил Кличко,
договорился с американцами, купил Кличко, попросил его уйти на должность мэра, а теперь покупает пост президента Украины. Я пришел, у меня деньги, заверните. Вот и все. Заверните мне Украину, я заплатил за этот Майдан, я хочу отбить деньги, вот и все. Спасибо. Виктор, вы стояли на Грушевского, да, всю вот эту вот... Весь этот драматичный период, когда были столкновения. Вот мне, знаете, что поразило, когда я наблюдал за, там, вот, за столкновениями, с какой яростью на вас нападали люди с Майдана, правый сектор. Да? С яростью просто шли и шли, валом таким, накатывались на вас. Как вы думаете, почему эта идея, деньги, что это было? И за что вы стояли? Ну, такого, таких яростных столкновений у нас не было, скажем так, в первый период, до Нового года. Вот предыдущий оратор действительно правильно подметил, что Майдан, тот, который был изначально, и то, во что он перерос, это две абсолютно разные вещи. Изначально люди выходили, да, действительно, против коррумпированной власти за какие-то свои определенные права, но те лидеры, которые пытались к власти, это все тот же Порошенко, все тот же Кличко, все тот же Яценюк, поняв, что таким способом они к власти не придут, вот тогда уже задействовали более... А вы-то за что стояли-то? Более... Вот вы застояли, за что лично вы? Ну, мы стояли за то, чтобы ну, Украина не докатилась до того состояния, в котором она находится сейчас. За то, чтобы страна просто не опустилась в тот хаос, в котором она сейчас находится. Для за того, Родину чтобы... стояли, за Родину. А сейчас, как вы думаете, вот те милиционеры, которые служат в Харькове, в Луганске, в Донецке, им каково сейчас? Выбор? Выбор? Да вы представьте такое, вчера в правом секторе... Вы представьте такую ситуацию. Вчера они нас кидали, да, там, правый сектор, а тут тебе ставят наставника рядом с правого сектора, и он тебе говорит, что делать, что не делать. Как вы комиссаров думаете, таких? Ну, как комиссаров своих. Как они там работают? Многие увольняются люди оттуда. На самом деле положение сотрудников правоохранительных органов на Украине сейчас очень тяжело, особенно те подразделения, которые участвовали в киевских событиях. Практически на всех, кто находился в Киеве, возбуждены уголовные дела, о чем-то говорится, о чем-то нет. Ну, допустим, по тому же львовскому подразделению 97 уголовных дел возбуждено. Ну вот сейчас новый министр внутренних дел Аваков собирается в Харькове уволить 30% состав милиции Харькова. И уволят. Гонения на сотрудников, в первую очередь сотрудников Беркута, будут колоссальны. Понятно. Во-первых, власть заинтересована, ну, попросту объяснить, ни один преступник не заинтересован в свидетелях преступлений. А как раз таки сотрудники... Спасибо, спасибо. Юрий Михайлович, можно вас? Кратко. Да. Ну вот вы сейчас послушали наших гостей вот из правоохранительных органов Украины, из Беркута, вот ощущения. Нет, ну ваши. Знаете, у меня вообще какое-то странное ощущение, у меня такое впечатление, что вот люди, которые себя в Киеве объявили властью, они какие-то странные, такое впечатление, что у них вместо мозгов консервы. Понимаете, ну неужели непонятно, что тот, кто сейчас борется за унитарную Украину, тот ведет страну к распаду. А тот, кто борется за федерализацию, тот-то и борется за единую Украину. Но проблема в том, что вот эти, так сказать, киевские странные люди, они делают все, чтобы вот в Харькове, на Донбассе, в Луганске... Люди отказались и от идеи федерализации. Нет, они делают логично. Они все делают, чтобы отказаться от федерализации, сказали только независимость. И кто будет в этом виноват? Через призму интервенции, посмотрите, они вот эти киевские консервированные мозги. Никто больше, ни Россия, никто больше. А может быть, в этом заинтересованы американцы? Да, это американцы в этом заинтересованы, чисто не идут. Кто был реальным гарантом единства Украины, состоящий из Новороссии, Крыма тогда еще состоявшего, Малороссии и Западенции, кто гарантировал это единство 23 года? Хотите Россия. Ответить? Российская Федерация. Она гарантировала все. Она. Теперь получается следующее. Эти люди хотят расторгнуть общественный договор между четырьмя
разными Украинами. Одно они потеряли, следующее они теряют Новороссию, и не факт, что они договорятся между Западенцией и Малороссией. И они хотят в этом обвинять Россию, Россия, которая сейчас говорит об общественном договоре, о федерализации, обо всем прочем, в очередной раз хочет их спасти. И скажите мне последнее, почему та Украина, предыдущая, которую они поливали, как Януковичевскую, репрессивную, Беркутовскую, по любому поводу выходила на договоренности? По любому. Почему они не договариваются сейчас? Ни с Луганском, ни с кем. Почему они говорят на языке силы? Потому что они хотят установить одну власть. Власть господина над рабом. Они хотят установить власть Вашингтона. Вот это обычная интервенция. И цель такая же, как у всех интервентов. Саша, абсолютно то же самое. Хочу еще дать слово автору. Это герои отечественной, украинской и российской на самом деле войны. И Беркут, и сидящие здесь, и харьковчане, и партизаны. Мы находимся в начале тяжелого, к сожалению, но обыкновенного исторического процесса. Пора это понимать. Саша, слово автору. Я бы хотел такую вещь, да, сказать, что я проехал и Харьковскую, и Донецкую, Луганскую область и спрашивал, а почему вот так, вот такие неорганизованные? А потому что 20 лет, он говорит, ощущали, что мы никому не нужны. Там ни Киеву, там, ни Москве. Там, в некоторых городах нет культурных там, русских центров. Нет никакой помощи, никакой поддержки из России. Я имею в виду дипломатическую, там, культурную, экономическую. И люди это видели. Может быть, сейчас как раз пришло время оказать поддержку именно такую. И они ждут от нас этой поддержки. Спасибо. Спасибо. Финал. Садимся. Мы все думали, что мы братья на Украине. На Украине, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что пришел фашизм, и вдруг люди раскололись на две части. Вот вы, например, вы три гражданина Украины сидите здесь. Вы себя чувствуете согражданами тех, кто живет, скажем, во Львове и в Киеве сейчас? Нет? Да. Очень все просто. Действительно, Украина стала очевидна, что мы абсолютно разные люди. После распада Советского Союза нам постоянно говорили, что мы одна нация, одна история. Но вот эти события, тем более, нам показали, что мы просто действительно два разных народа. Как в России проживают, есть там Дагестан, Кавказ, и есть в Украине, поверьте, вот есть русские и есть галичане. Действительно, мы просто немножко разные люди, хотя мы друг друга любим. Спасение федерации. Итак, финал. Только. К сожалению, мы выходим из эфира. Спасибо вам большое. Единственное спасение, по нашему мнению, для Украины, сохранение единой страны, это федерация. Это была программа «Специальный корреспондент». Увидимся.